Вурнарский завод смесевых препаратов – один из первенцев российской химической промышленности, отпраздновал 85-летие. Поселок в Чувашии был выбран не случайно. Здесь открыли залежи фосфоритной руды. Сегодня это одно из ключевых предприятий экономики республики. Каждый год в День химика здесь собираются работники завода, их семьи, родственники, друзья. Для вурнарцев это общий праздник. Заводчане по праву гордятся каждым годом из этих 85. С началом Великой Отечественной войны вурнарский фосфоритный завод одним из первых перешел на выпуск оборонной продукции. В послевоенные годы также быстро вернулся в мирное русло, к производству препаратов для сельского хозяйства. Затем к ним добавилась бытовая химия. В трудовой биографии завода был только один сложный период – годы перестройки, когда спрос на продукцию упал. После того, как предприятие перешло к компании «Август», вновь начался экономический подъем. Новые хозяева отнеслись к заводу по-хозяйски, занялись реконструкцией производственных линий, благоустройством территории, а затем и развитием социальной инфраструктуры поселка. Сегодня коренные жители и приезжие чувствуют себя одной дружной семьей. Жители Вурнар для нас, безусловно, уже почти родственники. Ну, например, моя жена – крестная мама одного из молодых вурнарцев. Мы ждем, когда нам, наконец, выделят землю, чтобы рядом со спорткомплексом построить бассейн. И тогда с точки зрения спорта вурнары, безусловно, станут номер один в Чувашии. Юбилей вурнарского завода отмечали целый день. Именно столько потребовалось, чтобы сказать слова благодарности ветеранам, дать напутствие молодежи, подвести итоги, обсудить задачи и, главное, вместе порадоваться успехом.